В жизни каждого человека есть переломный момент. В жизни есть свой важнейший матч. На поле центрального стадиона имени Ленина сборные команды... Мне было 6, я решил стать футболистом. Не потянет. Физических данных нет. Не дорос еще. Может, все-таки попробуете? Тащишь. Ты правда думаешь, что ты станешь футболистом? Меня могут заметить и пригласить в высшую лигу. Это же сумасшедшие деньги зарабатывать будут. Сереж, это тебе что? А это ему не нужна, ему кроме футбола вообще ничего на свете не нужно. Влюбилась в него, да? Когда наиграешь ты в свой футбол, тогда и приходи. Решается судьба нашей сборной. Я с самого детства искал свой важнейший матч. Это самый важный матч для нас. Для тебя, для меня, для всей нашей страны.